вечно останется в нашей памяти солдатом, русским солдатом. Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный, сын, не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Thank you.
Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. Здравствуйте, это специальный выпуск программы «Отражение». Поздравляем всю страну, всех, кто нас смотрит, с Днем Победы. Да, сегодня мы в этом праздничном эфире вместе с вами вспоминаем всех тех, кто прошел Великую Отечественную войну, кто нас защищал и кому мы обязаны своей жизнью. И для этого, для того, чтобы поучаствовать в нашем эфире, можно позвонить, прислать сообщение, написать в WhatsApp, позвонить в прямой эфир в любой момент. В студии с вами сегодня Ольга Арсланова, Константин Чуриков. С нами работают переводчики жестового языка Ольга Иванова и Светлана Елисеева. Итак, ждем ваших звонков, смс-сообщений, расскажем о ваших ветеранах. Но сначала новости. Всем Керознак. Здравствуйте. Сегодня